Для кого конец света, а для сотрудников органов записи актов гражданского состояния просто пятница. Сегодня специалисты Курганского ЗАГСа работают в обычном режиме. Государственная регистрация осуществляется в торжественной обстановке. Сегодня у нас подали заявление на сегодняшний день, на 21 число, 18 пар. Значительно меньше, чем это было вчера. Вчера была красивая дата, 20-12. Вчера мы зарегистрировали 26 пар из 28. То есть две пары всего лишь не явилось. Ага, две пары все-таки испугались предсказанного индейцами майя апокалипсиса. Елена и Александра Агафоновы оказались более оптимистично настроены. Молодые люди встречались несколько лет, чтобы 21-12-12 в половине 12-го обменяться кольцами. В этом мы не верим. Мы считаем, что будет просто начало новой жизни, в том числе и для нас. У нас новая событие такое в семейной жизни, в нашей наступающей нашей семейной жизни. Мы так этому рады. Мы очень рады. Не то, что конец света, то, что на свадьбу в такой знаменательный день получается. Весь мир знает. И мы счастливы. Как оказалось, свадьба – это не единственное, на что способны зауральцы в день конца света. Получить свидетельство о рождении в страшно красивую дату отважились самые маленькие жители Кургана. Государственная регистрация рождения также осуществляется в обычном порядке. На данный момент на 11 часов зарегистрировано уже 7 рождений. Из них 3 девочек, 4 мальчиков. На следующий день после предполагаемого апокалипсиса сотрудники ЗАГСа зарегистрируют 17 браков. Юлия Смородина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».